Все по-прежнему? Почти. Что значит «почти»? Был разговор с Монреалем. Как только потребуется, спутники вещания наши. Надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их звучно. Они будут нас слушаться. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. Мир не изменится в одночасье только потому, что так хочет Дэвид Шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думал, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Как сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться к Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ подчинить эволюцию воли человека. Ученые из Шариф Индустрис прибудут в Вашингтон завтра, чтобы обосновать это заявление. Но что ждет нас сегодня вечером? С вами Элиза Касан. Репортаж с места событий. Пик. При всем уважении к вам, мэр, надеюсь, у вас будет два отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи. Тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете. Что ты, Мэг? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв. Как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло. Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. Всем привет, народ. Deus Ex. Human Revolution. Чё, погнали? Адам, Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Хорошо. Внимание! В лабораторию допускаются только... Давно хотел пройти. Что ты имела в виду, Макс, насчет того, как ты это сделала? Ничего. Это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно. Но повышенный уровень нейропептидов в этот блоке может свести на нет всю калибровку. Ладно, так, я сейчас проверю. Не можем. Пока просто смотрим. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор Ли. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые подтверждают его утилизацию. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини. Нет, все уже готово. Для Вашингтона? Ха!
А, доктор Ри, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Шевченко. Если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотрите. Давай. Эффективненько. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Нам еще предстоит повысить меткость. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам, в глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. Далеко идти? Кабинет Дианы. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время роняет горшки с цветами. Он уже разбил ту самую вазу? Я ее убрала и обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты меня. За очень многое. Адам, я кое-что... Я... Добрый вечер. Ричард. Так вот, у нас все готово. Фарида, надо спешить. Увидимся на площадке, Адам. Ага. Я не помешал вам, Дженсен? Ты уже починил фаервол? Фаервол нельзя починить. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец, ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмены, очень приятно видеть вас обоих. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифрованием. Каждые 10 футов или 5 секунд они передают данные на наши спутники. Не важно, какой ценой, я хочу видеть Хью Дэрроу в Вашингтоне, рядом со мной. Он не прибежит по первому зову. Он нобелевский лауреат. Прикольный кабинет. Сенаторам он нравится. Слушания пройдут спокойнее, если он там будет. Завтра у нас большой день. Все на месте? Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле, Маган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэрроу. Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел. Руководители проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на моем лифте. Код знаешь? 0451. Узнай, в чем дело. Афина, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Да, сэр. Так, ну что, погнали. Начинается экшен. 0451. Отлично. Погнали. Ричард, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камеры не отвечают. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсен. Скорее. Ричард. Ричард. Сразу ствол. Так. Собирать ничего нельзя. Так.
прежде чем делать что-либо. Понятно, понятно, ладно. Блин, дебильное управление, как в этом Биошоке. Так, а пособирать, пособирать? Пособирать тут нечего. С оружием у нас, похоже, все бедово. Твой чувак. Так, что там? Ну, таб. Я нажал таб. Ага. Некоторые окружающие вас предметы можно брать или перемещать. Понятно. Кстати, о чем я говорил? Как-то давным-давным-давным-давно проходил еще, по-моему, первый Deus Ex. Или это второй был по счету? Если начнется пальба, стоит спрятаться в укрытие. Так вы защититесь от пули и взрывной волны. Чтобы выстрелить, выгляните из укрытия справа. Угу. Дебильноватая система, если честно. Система укрытий — это полный, конечно, провал. Что мы все это поняли? Система укрытия — полное говно. Может, привыкнем. Так. Проблемы.
Ну хотя, в принципе, адекватно. Нет смысла, вообще вполне адекватно. Так. Я подозреваю, надо сюда. Ни карты, ни хера, ничего нету, да? Ладно. Так, ну ладно, я, в принципе, может быть, зря рыгал эту систему, но все равно немножко дебильновато. Надо привыкать. Жестко привыкать. Патронов. Еще меня интересует, где патроны обозначаются. А вы меня понял? Патроны нет. Людей сегодня потеряли. Прости. Осталось пару секунд. Тело его примет. Чудесно. Справились, да?
Вот, мы и стали. Перебитым. Адам, это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит. Фрэнк на втором этаже в тех-лаб. Make it quick. People's lives are at stake. Ваши ученые ради компании. Ради всего мира. Именно напомнить мне не нравится. Мне пришлось лечиться несколько месяцев, чтобы забыть об этом. О том, как доставали трупы, обгоревшие как... Меня там не было, но говорят, это было ужасно. Меган, Эрик, Василий. Вся команда исчезла в одной ужасной вспышке. Как это могло случиться? Сейчас уже не важно, как. Да, полгода прошло, вы еще вспоминаете? Так. Надо куда-то туда. Что у нас тут переодели так нехило, я подозреваю. Знаю, но Дженсен? Ему еще не рановато возвращаться в строй. Говорят, он почти полностью восстановился. Его тело сравнительно легко приняло импланты. А вот мозг-то вряд ли. Всем известно, что случилось, когда он служил в спецназе. Резня в Мексикантауне не на его совести. Че, известно? Почему он ушел оттуда? Дженсен? Ой, вы подошли так внезапно. Вам, наверное, пора идти на вертолетную площадку. Я пойду. Но сначала объясню кое-что. Насчет моего психического состояния. Вы все слышали? Слушайте, мне очень жаль. То, что случилось с вами, ужасно. Люди редко выздоравливают так быстро. И вы считаете, мне было бы лучше сидеть дома и без конца себя жалеть? Конечно же нет. Просто здесь все так сложно, Дженсен. Меньше всего нам нужны новые похороны. Согласен. Да, кстати, в Мексикантауне творилось черт знает что, но меня не уволили из-за этого. Я ушел сам. Разве есть разница? Да, так называемая честь. Возможно, когда-нибудь вы узнаете, что это такое. Полная. Так. Туалет. С телевизором. Туалет с телевизором. Туалет с телевизором. И, блядь, деревянный вантус. Прикольно. Так, ладно. Вас тут пощупать не делаем. Девчачий. Думаю, это слишком рискованно. Он чудом не умер во время операции. О. Мне кажется, с ним все хорошо. Не в этом дело. Дополнительные импланты. Система слежения и все остальное, что оплатил Дэвид, в этом не было необходимости. Тело не вынесет столько без дополнительной поддержки. Очевидно, после нападения Дэвид решил, что охрана должна быть лучшей из возможных. Да, там я был. Так, подозреваю, идем вверх. Там только... Давно пора. Что случилось? Ты застрял, когда лез через вентиляцию? Я тоже рад тебя видеть, Фрэнсис. У меня что-то с экраном сетчатки. Можешь поправить? Если это то, о чем я думаю, вероятно. Конечно, это немного больно.
Похоже на рассинхронизацию левого и правого процессоров изображений. Но не переживай, скоро сработает твой страж здоровья. Этот имплант устранит все повреждения. Теперь твой экран сетчатки должен быть в норме. Программы распознавания пока не могут выявлять противника, но ты должен видеть радар и сетку наведения. И биомедицинские данные, если с тобой что-то не так. Так, мы закончили. Шариф ждет меня на вертолетной площадке. Точно. Радикалы ворвались на наш завод и захватили заложников. Возможно, на этот раз ты сможешь кого-нибудь спасти. Радуйся, что я решил пропустить это мимо ушей. Закончим на этом. Да, кстати, Дженсон. Я знаю, твое тело сильно изменилось в последнее время, но... женщиной ты пока не стал. Не стоит заглядывать в дамскую комнату. Ага, откуда ты знаешь? Я как это? Было же весело. Так. Книга. Книга. Что тут еще можно было пощупать? Что у тебя еще-то есть интересное? Что за принтер? Хер поймешь. Неплохо. Неплохо. Так, ладно, побежали дальше. А куда-то сюда, да? Никаких новостей. Эллен Марслоу. Прием к вашему спасению. Эллен Марслоу. Вам спасибо. Хорошо. Пока. Сейчас тут пока побегаем, пошарахаемся. Турели, роботы. Мика Пайн, вы забыли выключить фары у машины. Мика Пайн, вы забыли выключить фары. Так, понятно, включиться. Использующий. Дженсен Мандрейк. Так. Адам, где ты? У тебя нет времени на ерунду. Иди на вертолетную площадку, а то что... Сейчас, сейчас, Мандраке. Кто-нибудь совсем нехорошее случится. Так. Тут какие-то письма. Внимание. Эллен Марслоу. Психический суд, учительский сын, что не пробу. Эллен Марслоу. Вам принесли пакет. Короче, почта. Почта — это неинтересно. О! Ты же робот-пылесос. А что иметь? Кстати, с создателем там в первой части очень много всяких таких вещей, типа нет двух небоскребов в Нью-Йорке, которые 11 сентября. Еще чего-то там толком уже я не помню. Все заперто, заперто.
вопрос, куда мне идти. Так. Сюда что? По-любому. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию, но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд в завод. Так. Рабочих взяли заложники и весь город заходил. Че, ну-ка. Пока ее убили, что ли? Вот, суки. Суки. Ее похитили все-таки. Ладно, что, пошли. С возвращением, Дженсен. Не ожидали увидеть тебя здесь так скоро? Ты знаешь, как это бывает, Малик. Зов долго. Мне ли не знать. Когда меня вызвали, на мне был летный костюм. Застали меня прямо на крыше Ренессанс-центра, но ты... Дьявольски сложно вернуться с того света всего за 6 месяцев. Ты уверен, что готов? Думаешь, не готов? Просто спрашиваю. Мне ведь тоже пришлось тебя тогда вытаскивать. Я не хочу, чтобы это повторилось. Мне вообще не хочется вспоминать об этом. Я в порядке. Как скажешь. Босс уже на борту. Спорит с оперативниками из полиции Детройта. Они окружили завод, но шериф хочет, чтобы ты вошел туда первым. Все готовы? Чем раньше вылетим, тем лучше будет для всех. Я готов. Прекрасно. Тогда поехали. Я велел Фариде высадить нас на крыше. Не хочу, чтобы толпа видела, как ты войдешь. Хорошо. Если она заберет вас, как только я уйду. Итак, что мне искать здесь? Кто эти парни? Защитники человеческой чистоты, так они себя называют. Те самые защитники, которые бомбили клиники Протез по всей стране. И вы в это верите? Вряд ли они случайно напали на нас сегодня, через несколько часов после доставки Тайфуна в цех сборки. Тайфуна? Команда Меган занималась его тестированием в тот день, когда... Кто их главарь? Адам. Я знаю, что вы с Меган были... Кто их главарь? Называет себя Сандерсон. Вон он там. У него нет имплантов, Адам. Его не могло быть среди наемников, которые напали на нас, но он отлично знает, как проникнуть на фабрику. Хорошо. И что я должен делать? В первую очередь Тайфун. Я не пущу спецназ внутрь, пока ты не спрячешь его. Но в остальном я полагаюсь на тебя. Мочить или нет. Мне не хочется рисковать. Мочи. Но помни, там заложники. И мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из наших людей попал под пули. Ты же помнишь, что там? Много тесных замкнутых коридоров. А вот в цехах места полно. Высокие потолки. Тебе нужно что-нибудь для дальнего или для ближнего боя? Так, боевая винтовка. Ну, блин, если это та самая винтовка, нафиг ей надо. Короче. Чем ближе, тем лучше, я думаю. Так я буду уверен, что они останутся на месте. Хорошо. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Ричард может рассказать об этом больше, чем я. Он проводил там коммуникации. Потрясающе. Что-нибудь еще? Смотри в оба и ищи заложников. Если получится, освободи их. Но помни, что главное — Тайфун. Это разработка для литерных учреждений. Если они не получат ее в целости и секретности... Ладно. Уверен, ты справишься с этим заданием. Джентльмены, приготовьтесь к посадке. Thank you.
Так, ну что ж. Я думаю, мы здесь пока закончим. И начнем серию с фабрики. Всем спасибо за просмотр. Это был Deus Ex. Скоро будет продолжение. Пока-пока.